Всем привет, народ! С вами Капмеди и добро пожаловать на мой канал. Я думаю, что вы, вероятно, знаете скандал Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Если нет, то вкратце ситуация паршивая. Я не буду в этом видео разбирать подробности скандала, а вкратце расскажу свое мнение об этом. Что первое, я хочу сказать, что Джонни Депп, ну, он хороший человек. Он не хотел поднимать подробности и не хотел, что даже говорить про свою жену. А вот его карьеру Эмбер просто втоптала в грязь. Его лицо, она тоже втоптала в грязь. Она вот даже не отстала от Джонни Деппа, когда он заплатил ей нужную сумму денег. А еще в то время, когда был скандал, Дисней сказала, что хочет выпустить новую часть «Пиратов Карибского моря», но без Джонни Деппа. Ну, что сказать, идиоты. Ну а главное, его никто не хотел брать в свою компанию и снимать с ним фильмы, потому что боялись, что появится шквал критики из-за этого. Но хорошо, что в итоге Джонни Депп оказался прав. Эмбер утверждала, что Джон ее избивал, бил и кидал тяжелые предметы, и она еще показала всем фейковые фото, где она избита, то есть вся в синяках. Но потом всплыла запись разговора у психолога Джонни и Эмбер, где Эмбер сказала, что это она его избивала, кидала в него тяжелые предметы. В общем, так сказать, все наоборот. Так что я хочу сказать. Джонни Депп молодец и просто хороший человек с хорошим сердцем. Теперь все ему помогают в социальных сетях с хэштегом Just Eyes for Depp. И я тоже, так сказать, решил ему помочь этим видео. Я думаю, вы ему тоже помогите. Ну, все-таки какая-никакая помощь. Ну, что? Я все сказал. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed.